Вот уже 15 лет арт-фехтование – это официальный вид спорта. В рамках чемпионата России разыграли 24 комплекта медалей. Участники соревновались не под открытым небом в атмосфере Средневековья, а в концертном зале при свете софитов. Арт-фехтование – это вообще, прежде всего, спортивное зрелище, но это зрелище еще и сценическое, поскольку в арт-фехтовании, кроме того, показа техники на определенном оружии, спортсмен должен показать историю, то есть то, что он показывает. Это гораздо выше оценивается судьями, если спортсмен будет просто показывать голую технику. Одной из самых зрелищных дисциплин, без преувеличения, можно назвать саберфайтинг – бой на световых мечах в стиле джедаев. Зародилось это направление в начале 2000-х благодаря голливудскому рестарту фильмов про «Звездные войны». Мы используем специальные каскадерские мечи и специальные лезвия, которые уже себя показали наилучшим образом. Кроме этого, мы также спроектировали и подготовили собственные чертежи рукоятей и мечей, которые реагируют на жесты, управляются полностью жестами. Отсутствует кнопка, которую можно случайно задеть во время выступления. И включить и выключить меч можно только по желанию спортсмена, а не по какой-то случайности. На турнире действует жесткая система судейства. Прежде всего, оценивается техника и артистизм. Собственно, чемпионат России – это соревнование сборных. То есть в каждую сборную входит разное количество команд, которые в отборочных чемпионатах региональных заняли чемпионские места и попали в сборную региона. То есть, как, например, сборная Московской области – это клуб «Цитадель». Практически вся команда Московской области – это ребята видновского клуба «Цитадель». Они приехали только побеждать. Какой образ представляете здесь вы? В данный момент я подготовлен к номеру, который описывает, скажем так, взаимодействие налоговой службы и обычных работяг, которые не готовы к проверке. Но об этом можно будет увидеть чуть попозже. Ожидания оправдались с лихвой. Прошедшее первенство стало триумфом для видновских фехтовальщиков, завоевавших сразу 4 золотых и 1 серебряную медали, тем самым внеся солидный вклад в копилку подмосковной команды. Кирилл Махров, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.